чтобы во время представления ну, не было никакого, зрители не чувствовали никакого дискомфорта. Ну и самое главное, что мы сделали, конечно, в этом здании, мы превратили кинотеатр в театр. Чтобы было понятно, о чем я. Кинотеатр – это… кинотеатр устроен крайне просто. Есть потолок, есть стены, есть экран, есть зрительские места. Все, есть проект. Театр – это огромный завод, это фактически масштабное производство, в котором в реальном времени занято около 200 человек в нашей постановке. Соответственно, существует целый огромный сценический комплекс, который не видим для обычных зрителей, приходящих на спектакли, но, тем не менее, по-другому это не работает. Только благодаря вот этим, вот этому огромному сложнейшему комплексу мы имеем возможность наслаждаться не проекцией на экран, а живыми театральными постановками в реальном времени. Мы оборудовали зал оркестровой ямой, которая отсутствовала там, потому что все наши постановки идут только с живым звуком в сопровождении симфонического оркестра. Мы построили огромную сценическую конструкцию, которая позволяет поднимать и опускать подвижные декорации, весящие до 25 тонн, поскольку ни конструктив здания, ни стены, крыша не приспособлены для таких нагрузок, нам пришлось сделать эту конструкцию независимой, самонесущей, опирающейся на очень мощные стальные ноги, которые уходят в фундамент здания, то есть сквозь все этажи в фундамент здания. Эта конструкция несет, как я сказал, около 25 тонн оборудования, декорации, звука, света. Я вам покажу ее, когда мы поднимемся на сцену. Мы построили сцену, которая по площади занимает практически 40% зрительного зала. Мы сократили количество мест с 2100 или 200, ну, было более 2000 мест. Сейчас их 1756. Мы убрали все неудобные места справа и слева с ограниченным видом, поэтому с любого места в зале, даже с крайнего места на балконе, на последнем виду балкона, идеально видно сцену, поэтому